По поводу печки. Вот выспользнёт золу. Печка, я считаю, ну, сама конструкция, я не знаю, как ее, не с чем сравнивать, но в ней все хорошо закипело очень быстро. Я приготовил еду, вот. Наверняка мне можно и еще, ну, как бы разжечь тут, как бы, костерик такой небольшой внутри, и он будет концентрировать тепло. Ёлки-палки, что это такое вообще творится-то? Вы видели, что творится? Кошмар. Вот, погреть руки. Не знаю, пойду в пустыню я в августе. Вот, возьму с собой. Естественно, это альтернатива газу. Когда неохота газ переть или идешь там куда-то далеко. Где есть дрова, любое место. Печка очень хорошая замена газу. Весит она, ну, практически ничего не весит. Вот. И, ну, в общем, спасибо Стасу. Стас, спасибо. И Мир 77. Вот здесь вот выбито я нашел. Раньше не видел. Вот, здесь вот выбито Мир 77. Это вот такая модель. Такая модель печки. Вес, еще раз говорю, 100 грамм, наверное. Вот, может меньше. Удобно вставляется котелок. Сейчас покажу. Ну, единственное, что нужно, котелок, конечно же, мыть. Как-то его чистить. Либо складывать в какой-то мешок, потому что он сейчас стал закоптился, все само собой разумеется. Вот. Вот таким образом это все выглядит. Компактно. Я считаю, это 5. Это 5.